Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за 2 года. Несколько вариантов уже мне предложены, они не годятся. Люди боятся просто вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, что нам это надо сделать. И до принятия Конституции мы вообще многое сделаем в плане передачи полномочий вниз. До председателей райисполкомов, губернаторов. Они, в конце концов, должны более широко заниматься теми или иными вопросами, потому что они живут здесь на месте с вами, им виднее. Что касается перераспределения полномочий наверху, президент, парламент, правительство и прочее, это все должно быть прописано в Конституции. Эта Конституция будет приниматься на референдуме. В Конституции мы должны четко определить, каким путем мы будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои альтернативщики, через приватизацию, реформы там и так далее. Это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны. Мы помним 90-е годы, и я не хочу возврата к этим временам, и не хочу, чтобы вы туда возвращались. Как бы тут некоторые альтернативные не предлагали, нам надо вернуться в 94-й год и ту конституцию вернуть. Ну, знаете, может, кому-то хочется вернуть, пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад.